Женская ошибка. Я начала курить по той же причине, что и все. Сигарета позволяла мне чувствовать себя взрослой, независимой. Но эта независимость оказалась мнимой. Я докурилась до того, что стала практически полностью зависима от никотина. Мне казалось, что я никогда не вырвусь из его объятий. Но это, к счастью, в прошлом. Я Мередит Бэкстер, теперь уже бывшая курильщица. Раньше среди курильщиков преобладали мужчины. Чаще всего они и страдали от последствий. Но сегодня статистика показывает, что каждая четвертая американская женщина курит. И ежегодно от болезней, связанных с курением, умирает 175 тысяч женщин. Надпись на пачке сигарет: «Министерство здравоохранения предупреждает, что курение вызывает рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и эмфизему». Для женщин риск еще более увеличивается. Курение может разрушить их репродуктивную систему, и курящая женщина, будучи беременной, подвергает не родившегося еще ребенка опасности. Смертельным может стать также сочетание контрацептивных средств с курением. И тем не менее, несмотря на все то, что мы знаем о курении, сегодня среди подростков больше курящих девочек, чем мальчиков. К сожалению, один из аспектов социального равноправия женщин, кажется, включает в себя и самоуничтожение. Вот зажигалка. Ты знаешь как? Ты что, не знаешь, как это делать? Ну да, это знаешь. Окей, смотри сюда, вот. Все начинается обычно в старших классах, когда одна сигарета кажется достаточно безобидной, но тем не менее, эта одна сигарета отнимает 5,5 минут у каждой из выкуривших ее девочек. Теперь попробуй, вдохни, открой рот и начинай, и теперь ты должна почувствовать это где-то здесь. Затем выдох, и дым проходит через нос, сама увидишь. Окей, вот так и начнешь. Почему бы не попробовать? Давай же. Я помню свою первую затяжку. У меня закружилась голова, не хватало воздуха, стало плохо. Я знала, что мне не нужно было этого делать. Но я боялась выглядеть белой вороной среди всех остальных, которые это делали. Я говорила им, что мне не хочется, но они настаивали. Давай, попробуй, одна сигарета тебе ничего не сделает. Эрни Тибидейл выкуривает по пачке в день и только сейчас начинает понимать, что может сделать с ее организмом всего одна сигарета. Мы попросили Эрни воздержаться от курения в течение 12 часов для того, чтобы понаблюдать за тем, что происходит с ее организмом до курения и после. Мы в специальной лаборатории, мы проверяем легкие Эрни, ее артериальное давление, количество ядовитого углекислого газа в ее крови. Все предварительные результаты в норме, теперь наступает момент, которого все ждали. Она выкуривает первую за сегодня сигарету. С годами ее зависимость от никотина увеличилась, но она определенно считает, что это никак не вредит ее здоровью. Я себя хорошо чувствую, утомляюсь не быстро, много гуляю, в общем, чувствую себя прекрасно. Хорошо, расслабьтесь, дышите свободно. Итак, мы видим, что происходит с организмом Эрни каждый раз, когда она закуривает, а выкурит она от 10 до 20 сигарет в день. После выкуренной сигареты бронхи Эрни сужаются, и тогда нагрузка на легкие увеличится на 35%. Количество сердечных сокращений увеличивается на 24 удара в минуту. Количество углекислого газа в ее крови почти удвоилось. Это препятствует проникновению кислорода к жизненно важным тканям организма, что в свою очередь может привести к сердечному приступу или инсульту. Наконец, мы снимаем термограмму с чувствительной части рук Эрни. Она показывает, как курение влияет на замедление тока крови в ее организме. Справа руки Эрни до того, как она закурила, слева то, что произошло после того, как она выкурила всего одну сигарету. И вы видите, что ваши пальцы не видны на снимке, что мы даже не добрались до отметки 31 на графике. Это указывает, что произошло падение температуры на 3-4 градуса Цельсия всего через несколько минут после выкуренной сигареты. Удивительно, я и не знала об этом. Курение, оказывается, причиняет мне вред и будет разрушать мой организм, и я все это смогла увидеть. А я боюсь. А вдруг мне будет плохо? Поначалу всех так, точно? Поначалу у меня так было. Ты что, серьезно? Серьезно, абсолютно у всех. Ну ладно, попробуй. В Америке производители табачных изделий ежегодно тратят более $2 миллиардов для проведения в стране мощнейшей рекламной кампании сигарет. Сегодня мы видим, что реклама сигарет заполнила нашу жизнь. Большая часть ее сегодня ориентирована на женщин. Посредством рекламы нас ненавязчиво пытают убедить, что курящие женщины становятся более сексуально привлекательными, более независимыми, более раскрепощенными, более спортивными. Женщины превращаются в мишени, и похоже, что затраты табачной промышленности на рекламу окупятся сполна.
Доктор Вирджиния Эрнстен работает эпидемиологом, изучая проявление раковых заболеваний у женщин. Сегодня она выступает перед учениками средней школы имени Кеннеди в городе Гренада-Хиллз, штат Калифорния. Статистика раковых заболеваний по Соединенным Штатам показывает, что в 1950 году из 100 женщин, заболевших раком, только у 3 был обнаружен рак легкого. Сегодня рак легкого наблюдается уже у 20 из 100 женщин, заболевших раком. Но эту эпидемию можно полностью предотвратить. Однако по-настоящему возмущает меня не женщины, которые курят, а те причины, которые побуждают их к курению, потому что большинство дам решается на такой шаг еще в подростковом возрасте. В каждой сигарете, которую выкуривают эти девочки, содержится около 4000 химических соединений. Многие из них ядовиты. 40 приводят к раку. Ирен Лейн, 67 лет. Я выкуривала по пачке в день 40 лет подряд. Кристи Палмер, 66 лет. Я выкуривала по 3 пачки целых 50 лет. Медицинские исследования показывают, что у курящих больше морщин, чем у некурящих, да и выглядят они на 10-20 лет старше своего возраста. Итак, из-за курения могут появляться лишние морщины, ногти могут пожелтеть, появляется неприятный запах изо рта. По оценкам министра здравоохранения, в США 395 тысяч человек умирают преждевременно из-за последствий курения. Это как если бы ежедневно погибало больше людей, чем вмещают 2 Боинга 747. Каждый пятый, которого хоронят сегодня, это человек, преждевременно ушедший из жизни из-за своего пристрастия к сигаретам. Кристиан Силли побывала на таких похоронах. Хоронили ее деда, заядлого курильщика, скончавшегося от сердечного приступа в возрасте 66 лет. Кристиан, когда сама начинала курить в возрасте 12 лет, даже не знала, что ее дед так курил. Мне стало страшно при мысли о том, что в моей семье кто-то умер от табака, а я могу стать следующей жертвой. В голове проносились мысли, да, наверное, нужно было бросать, потому что курение опасно. Но стоит на самом деле отказаться от этой привычки, когда все вокруг начинают давить на меня, им кажется, что со мной что-то произошло. Вот если я закурю снова, тогда, наверное, им покажется, что все в порядке. Вы знаете, у спортсмена очень здоровые легкие, они могут заниматься всеми этими спортивными нагрузками. Но я до того, как начала курить, тоже была такой же. А теперь мне кажется, что физическая нагрузка на легкие слишком велика. Начинает казаться, что легкие перестанут дышать, поэтому я дышу чаще. Надо над этим задуматься. Я думаю, что если не бросить курить сейчас и продолжать этим заниматься, то скоро можно настолько пристраститься, что станешь выкуривать по 3-4 пачки в день. А когда забеременеешь и будешь ждать ребенка, курение повлияет на малыша. Мне кажется, это ужасно. Мне хочется родить ребенка. Я не хочу только, чтобы с ним что-то случилось. Согласно недавнему сообщению Министерства здравоохранения, к сигаретам можно пристраститься так же, как и к героину. У таких людей, как Эмма, пароломка происходит очень болезненно, так как это затрагивает еще одну жизнь ее ребенка. Малышу еще предстоит провести там 6 недель. Это грудная клетка матери, реберные дуги. В центре грудной клетки бьется сердце, окруженное легкими. Вот сейчас происходит вдох. Доктор Эндрю Чарльз из медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе демонстрирует Эмми, что происходит с ее плодом, и предупреждает, что курение опасно для их обоих. Каждая сигарета лишает плод кислорода, и последствия этого могут быть самыми серьезными. Выкидыш, преждевременные роды, малый вес плода, родовые травмы, высокая степень риска детской смертности. Сигареты меня буквально заркалили, когда я просыпаюсь, мне нужно сразу же закурить. После каждого приема пищи я должна выкурить хотя бы одну сигарету. Даже сидя где-нибудь, я выкуриваю сигарету одну за другой.
А все это, оно что, и к моему ребенку попадает, так же, как и ко мне в легкие, да? В табачном дыме содержится никотин и углекислый газ, и все то, что попадает в вашу кровь, переносится ею к малышу, проникая в некоторой степени и через плаценту. Так здорово, когда малыш там двигается, я чувствую это, но затем, как только где-нибудь присяду, сразу же достаю сигарету, а потом чувствую, что он там какое-то время даже не шевелится. Интенсивное курение, кроме влияния на вес плода, согласно исследованиям, может повлиять на развитие умственных способностей уже родившегося ребенка. Ухудшает обучение чтению, письму, способность социально адаптироваться. Каждая сигарета, которую вы выкуриваете, на некоторое время вызывает как бы удушье вашего малыша. Если вдруг когда-нибудь что-нибудь случится с моим ребенком, я возненавижу себя. Но пока я хочу курить, я не могу отказать в себе в этом удовольствии. И это опасно для тех, кто собирается иметь ребенка, потому что курение влияет на него. Для малыша, рожденного в этом переполненном табачным дымом мире, жизнь может оказаться навсегда сломанной. Патрик Рэндалф пережил эмоциональную травму, последствия которой ощущает и по сей день. До сих пор помню своего отца, Рэндалфа-старшего, как он лежит на спине и хватает воздух ртом, умирая от эмфиземы. Он умер от того, что курил сигареты, сделавшие нашу семью богатой, Кэмэл и Винстон. Когда мой дед в начале века начал выпускать сигареты Кэмэл, он не знал, что они будут причиной миллионов смертей, так как они вызывают рак, сердечные и легочные заболевания. В наше время он встал бы и сказал: «Эй, парни, подождите-ка минуту, эти сигареты убивают людей, и они убьют еще миллионы прежде, чем те поймут опасность курения». Компания Патрика против курения началась с того, что он продал все акции компании Рэндалфа, принадлежавшие ему лично, и сам бросил курить. С тех пор он стал главным борцом за Америку без табака. Давай, угощайся. Да, это просто класс. Табачным компаниям для того, чтобы получать то же количество прибыли, необходимо ежедневно улавливать в свои сети до 5000 человек. И как вы думаете, кого они в первую очередь отлавливают? Вас, детей. Они должны отлавливать молодежь, потому что 90% всех курильщиков пристрастились к никотину в возрасте до 20 лет. Я знаю, ребята, как себя чувствуешь, когда ощущаешь свою уязвимость. А как вы себя чувствуете, становясь покупателями сигарет и как бы мишенью для табачной промышленности? Кто как считает в этой аудитории? Вы возмущены этим или счастливы от этого? Я лично полагаю, что это вид болезни, они нуждаются в курении. Вы знаете людей, которые пристрастились, ну, каждый день к этому? Здесь дело не только в рекламе, но и в человеке, который захотел покурить. Они не достигнут ничего, если ты сам этого не хочешь. Я в том смысле, что это ваши проблемы, если вы хотите. Ой, мне кажется, это отвратительно. Я думаю, когда люди курят, так ведь это их дело, верно? Когда они хотят курить, отлично, но лучше пусть держатся от меня подальше. Заходишь в туалет и выходишь оттуда, провонявся этим дымом. Мне не хочется так благоухать. Это противники курения из средней школы имени Кеннеди разделяют стремление и энтузиазм Патрика Рэндалфа по превращению Америки в страну без табака. Поэтому я и не хочу курить. Сейчас мы проводим кампанию против курения, и она дает некурящим шанс показать курильщикам, как окружающие относятся к их курению. Почему ты куришь? Хочу и курю. Знаешь, это опасно для здоровья. Легкие из-за этого погибают. Да, но я делаю то, что хочу. Ты в конце концов можешь заработать рак молочной железы. Даже противно смотреть, как выглядят мои прокуренные легкие. Мне кажется, они выглядят еще чернее, чем эти. Для меня целовать курящую девочку — это все равно, что целовать пепельницу. В дыме содержится много всего вредного, и это знаю, не хочу заболеть от курения. Около 30 лет происходит с того момента, когда вы сделали первую затяжку, до того времени, когда у вас развилась болезнь. Для вас 30 лет могут показаться чем-то слишком отдаленным. Мне 16, а мне 15. Никакой болезни я не заработаю до 45. Вечно жить буду. Давай, давай. Но факт остается фактом. Мы не живем вечно. Факт заключается в том, что курение убивает. Сегодня мы знаем, что к никотину можно пристраститься так же, как и к героину. И список опасностей постоянно пополняется. Курение вызывает раки сердечно-сосудистых заболевания, инсульты, эмфизему, влияет на внутриутробное развитие плода, вызывает преждевременное старение организма. И если вы думаете, что вам это не грозит,
Подумайте еще раз. Ежедневно от заболеваний, связанных с курением, в этой стране умирает более 1000 человек. И знаете, что я говорю себе? Что я могла быть одной из них.